Перенести коляски и матрасы, расфасовать по возрасту и полу вещи, расставить по нужным полкам. Задачи несложные, когда есть много добровольцев. Ими уже не впервые вызвались студенты техникума текстильной и легкой промышленности. Участники волонтерского отряда «Твори добро» – давние друзья Центра помощи нуждающимся семьям «Отрада». Они с самого начала с нами, если честно, да? Вот Светлана Александровна, она наш координатор, она с самого начала сосновое возникновение нашей группы. И она предложила, давайте вот наши ребята в техникуме, они хотят помогать людям, они хотят что-то делать, реализовывать себя. Пусть они нам помогают тоже от ради. Волонтеры помогают многодетным и нуждающимся семьям, беременным женщинам. Это лишь одно из направлений отряда, в котором сейчас состоят студенты всех курсов. А организован он был почти 5 лет назад. Он образовался с сентября 2016 года, когда у меня дали группу «Социальная работа». И постепенно к нам начали присоединяться и другие студенты. Для того, чтобы им было интереснее, была создана атрибутика, в частности, символ, значок, галстуки. Ролик создали такой мотивационный. И работа пошла. Описать в двух словах всю проделанную работу отряда сложно. Ребята организовывают праздники для детей, инвалидов, помогают в проведении городских мероприятий и сами нередко становятся их героями. Например, Елена Захарчук была в числе участников проекта «Равны равному». Это была большая работа, она проходила на протяжении 3-4 месяцев. Мы ездили на поселок и работали с разными детками. Там также были дети с разными заболеваниями, также ОВЗ. У меня была девочка Маша. Когда мы выступали на сцене, она себя прекрасно чувствовала, она прекрасно выступила. Я ее сопровождала, держала. Мы вели ее, и она ходила по сцене спокойно, играла свою роль. Присоединиться к волонтерам может любой воспитанник техникума и не только. Теперь все чаще к движению стали примыкать родители участников отряда.